Ну вот, решил снова записать на видео этого красавца. Только что он в гнезде стоял, а сейчас улегся, но продолжает и лежа что-то там веточки передвигать. А до этого он стоял и чуть-чуть поправлял там некоторые веточки. Ну, перед этим была у меня запись в вечернее время. Закат был. А сейчас уже утро. Вот видно внизу время. 8:07. Там внизу слева время и название сайта, откуда ведется эта трансляция, через веб-камеру, установленную возле этого гнезда. Ну вот, как я уже говорил раньше, сейчас листья еще не выросли на деревьях, поэтому не загораживается вид. Небо видно все сквозь эти ветки. Еще без листьев они. И хорошо видно, что сегодня хорошая погода. Но температура пока это низкая, потому что у нас северный ветер. И довольно сильный ветер. Где-то 23-25 километров в час скорость ветра. Ну, сейчас потише, не видно, чтобы деревья качались от ветра. Вот. Но температура, тем не менее, вот такая. Сейчас утром, наверное, вообще градуса 2 только в этом лесу. А это город, окрестности города Сигулды в Латвии. Ну вот, хорошо слышно, как птички воспевают. А мы заканчиваем пока этот эпизодик. До следующих включений.